Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про марафон. И сейчас он проходит в самом разгаре на новый немецкий средний танчик премиумный. Что же хочется сказать про марафоны? Их давным-давно пора менять, переделывать, идти дальше, поскольку это уже не работает нормально, это не работает адекватно. Игра превращается в цирк. Это стандартный бой, который вы видите на фоне, то, что происходит практически каждую каточку. Абсолютное большинство игроков, которые приходят сейчас поиграть на девятках и десятках, играют в игру именно вот так, как вы видите на фоне. В этом великолепном бою я поехал на 60 тп играть от башни, но на самом деле я поехал, видимо, как приманка, как лакомый кусочек, который все хотят и зачем-то он им нужен. Первое и что самое очевидное, это то, что давным-давно уже не нужно заставлять танкистов заходить на тот уровень, на котором они никогда не играли или не хотят играть. Далеко не все любят играть на девятках и десятках, и не так уже часто некоторые на них заходят. А некоторые танкисты вообще не любят этот уровень и не хотят на нем играть. Во время марафона основные задания выполняются на 9-10 уровне, некоторые марафоны где только на десятках. Так или иначе, частично приходят люди, которые вообще не играют на этом уровне. Ни на 9, ни на 10. Соответственно, и не привыкли там играть, не привыкли видеть перед собой такие вот танки, не понимают, что с ними делать, и что тут бои немножечко отличаются от того места, из которого они пришли, на эти самые девятки и десятки. Да и я сам, честно скажу, не любитель играть на десятках из-за балансировщика, который делает бои абсолютно неинтересными уже на этапе собирания этого самого боя, поскольку он такие танчики подбирает, что некоторые бои даже смысла играть особо нет. Когда у тебя большая часть команды это арта, ЛТ и ПТ, то, честно говоря, такой бой ни к чему хорошему не приведет уже с самого начала. Также, что еще очень сильно разочаровало в марафоне, это то, что у него есть еще вторая часть, где какие-то задания с наградами стартуют без тебя куда-то там и поехали. При том, что я еще марафон не прошел, а там уже какое-то время тикает, что вот твое задание идет, но выполнять ты его не можешь, поскольку ты еще не получил танк. Так вы вообще офигели или что? Вы мне даете 10 дней. Не факт, что в эти 10 дней я вообще хочу играть в вашу игру. Я за них должен пройти марафон, получить танк. Я еще и должен не за 10 дней, а раньше, за 3 дня получить прям танк, чтобы за остальные 7 дней выполнять какие-то задания. Или за сколько там дней, я точно не вдавался в подробности, но в любом случае, мне кажется, или разработчики совсем уже прифигели. Мало того, что мне в принципе может не хотеться в это время играть в вашу великолепную игру World of Tanks, так я еще и должен урезать себе эти 10 дней на меньшее количество дней, чтобы еще успеть в какие-то задания, чтобы что-то еще сверху получить. Да, это все бесплатно, и никто не заставляет сидеть это все и проходить. Но так или иначе, есть люди, которые любят всем этим заниматься. И лишний раз их подталкивать сидеть 24 на 7 и играть беспрерывно в игру, это низкое занятие. И некрасивая со стороны разработчиков. Если бы я получил танк, а после него пошли еще какие-то дополнительные задания, хорошо, пусть так будет. Но куда эти задания пошли еще без меня, когда я еще ничего не получил, это мне непонятно. Также мне непонятно, почему люди, которые играют на каких-то там пятерках, шестерках там и вообще неизвестно где, во время марафона приходят играть вот так на десятки. И рандом превращается в вот такие вот замечательные бои, где за весь стрим 3-4-часовой у тебя всего несколько боев без артиллерии, где у тебя практически все бои это 3 арты, и каждый бой полкоманды ПТ. А действительно адекватно собранных балансировщиком боев на самом деле можно по пальцам пересчитать за весь стрим, сколько таких боев было. Вот были времена марафонов, когда нужно было просто на каждой нации набить какое-то количество опыта, начиная от 6 уровня и на любом остальном, на котором тебе хочется. Все. Спокойный, адекватный марафон с неперекошенным балансировщиком, где все спокойно, адекватно играют в игру, просто пытаясь сыграть нормально, чтобы получить свой опыт и потихоньку проходить марафон.
все, вот весь марафон. А то, что сейчас происходит из-за марафона в рандоме, это ужас. И то, что он не развивается уже давно, а одно и то же клепают, это, конечно, печально. Может, разработчики думают, что они достигли идеала, и это идеальный вариант прохождения марафона, но мне кажется, это наоборот, одно из самых ужаснейших состояний марафона на прем-танке, которое было за все время. Пишите в комментариях, как у вас проходят марафоны, как вам бои. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.